Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Стратегия развития города должна быть реалистичной. Праздник Сретения Господня в библиотеке. Соревнования по самбо в Сафоново. 1 день из жизни маленьких лыжников. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Департаментом экономического развития Смоленской области во все муниципальные образования направлен проект методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития. Сегодня необходимо определить основные приоритеты и порядок разработки. Администрации Десногорска определен состав рабочей группы и намечен план мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития Десногорска на срок до 2030 года. 25 января прошло первое заседание. На нем присутствовали специалисты экономических, финансовых, имущественных, земельных комитетов, а также культуры и образования, депутаты городского совета, представители предпринимательства города и общественных организаций. Основным докладчиком был заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. Он представил рабочей группе презентацию, в которой приведен анализ экономического и социального состояния нашего города и предложил включить в стратегию 3 раздела, основанных на анализе и оценке потенциала экономики города, определить цели, показатели, направления и приоритеты развития и разбить стратегию на 2 этапа. Все отметили, что стратегия должна быть реалистичной и учитывать бюджетную политику муниципалитета. Глава города Андрей Шубин отметил низкую активность малого и среднего предпринимательства Десногорска, при том, что администрация открыта для диалога с предпринимателями при разработке долгосрочной стратегии, считает необходимым учесть их мнение и предложения. В свою очередь, предприниматель Олег Каравашкин отметил, что администрация Десногорска открыта для диалога и на его обращение было оказано должное внимание. На личной встрече глава Андрей Шубин изучил его проект и нашел его интересным для применения в Десногорске. Рабочая группа оценила инвестиционный потенциал Десногорска и отметила среди положительных сторон наличие свободных земельных участков, близость федеральной трассы, высокий уровень образования жителей, наличие молодых кадров. Все эти показатели должны повлиять на привлечение инвесторов в наш город. До 1 июля 2018 года необходимо разработать стратегию, пройти общественное обсуждение и утвердить на сессию горсовета. Губернатором Смоленской области установлен срок разработки стратегии до 31 октября 2018 года. 11 февраля в зрительном зале городского центра «Досуга» состоялся отборочный тур областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Голоса 21 века». В этом туре приняло участие более 30 исполнителей из различных регионов Смоленской области – Рославля, Хиславичи, Починка, Ельни, Ершичи, Смоленска и Десногорска. 3 часа длился вокальный марафон, который подарил зрителям и участникам незабываемые впечатления. В результате отборочного тура в финал прошли 2 десногорских ансамбля – «Калибри» и «Флоринка». Голосование по выбору территории для благоустройства завершено. Подробности далее. По проекту «Любимый город» десногорцам для выбора было представлено 3 направления – обновление сцены, реконструкция фонтана и установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием. Всего проголосовали 2408 человек. Наибольшим числом голосов, а это 44%, горожане выбрали объект для обновления фонтан. В Дорогобужском районе заработает первый на Смоленщине цементный завод. Строительный материал начнут выпускать в 3-м квартале текущего года. В первую очередь предприятия планируют обеспечивать им Смоленщину, а после расширения выйти на рынки России и ближнего зарубежья. Редакция газеты «Десна» объявляет о начале конкурса на самого оригинального снеговика. Для участия в конкурсе необходимо слепить снежную фигуру, сфотографировать и выслать на адрес редакции desna216400@mail.ru. Лучшие работы будут опубликованы в газете и на сайте редакции. Работы принимаются до 26 февраля. Сретение Господне – это один из самых древних православных праздников. С этим днем связано много традиций и обычаев. В Десногорской центральной библиотеке школьникам рассказали о старорусских обычаях. 15 февраля в гости в библиотеку пришли воспитанники центра «Солнышко» и учащиеся 2-й школы. В зале абонемента ребята познакомились с книжной выставкой «Православные праздники Сретения» к 1030-летию Крещения Руси. Выставка включает в себя несколько разделов с литературой о христианстве и православных традициях и праздниках. Хотели донести
до детей, чтобы была любовь, доброта, уважение, и чтобы они всегда читали православную литературу, и не только православную, а именно о добре и любви. Затем сотрудники библиотеки рассказали ребятам о истории появления праздника Сретения Господня, о его традициях и обычаях, а также о природных приметах в этот день, по которым наши прадеды и прабабушки определяли, какими будут предстоящие весна и лето. Завершилась познавательная беседа разгадыванием кроссворда. Мне понравилось это мероприятие. Я об этом празднике раньше не знала. Вот, когда нам сказал учитель, то я решила прийти. Посмотреть, очень много интересного узнала здесь. Православные праздники – это часть нашей истории, и ознакомление с ними детей воспитывает у них лучшие человеческие качества, такие как любовь, доброту и уважение к ближнему. Двадцатое февраля – Национальный день донора России. В Десногорске в этот день на базе медико-санитарной части 135 любой желающий может принять участие в акции, сдать кровь и узнать больше о донорстве. Запись по телефону 7-25-85. А в завершении новости спорта. Наша съемочная группа побывала на детской тренировке по лыжным гонкам. Как проходит тренировочный процесс у юных спортсменов, мы расскажем далее. В зимний вечер ребята собрались на стадионе около детско-юношеской спортивной школы. Они обучаются в лыжной секции, развивают координацию, выносливость и ловкость. Программа тренировок включает в себя отработку техники и игровые занятия, эстафеты, катание со спусков. Занятия на свежем воздухе благоприятно сказываются на иммунитете детей. Они рассказывают, что мало болеют простудными заболеваниями. Да, мне нравятся лыжи, потому что мы катаемся, учимся, и когда мы вырастем, то мы станем сильными и здоровыми. Интересно, здоровье очень хорошо вырабатывает. Он дает ловкость, силу, умение кататься на лыжах и еще много другое. Активная секция, она чем отличается от какой-то там физкультурной, да? Тем, что, допустим, у нас ставятся цели, мы добиваемся результата, вот, и без проявления каких-то морально-волевых качеств этого добиться нельзя. Вот. И спорт, он просто помогает тренировать характер. Человек формируется как личность посредством именно спорта. Давай, спинкой вот так, поклонились к лыжне обязательно. Раз, два, до конца сзади. 10 февраля в городе Сафоново прошел межрегиональный турнир по самбо среди юношей. Он был посвящен окончанию вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. На турнире наши десногорские ребята выступили достойно. Подробности далее. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет из Смоленской и Калужской областей. Турнир проводился с целью патриотического воспитания молодого поколения и повышения их мастерства в единоборстве. На открытии соревнований выступили ветераны войны в Афганистане. Они пожелали ребятам успехов в спорте и победы в честных поединках. Десногорские самбисты показали хорошие результаты. Первое место заняли Иван Горный, Степан Черемушкин, Евгений Берг. Второе место – Егор Синюшенков. Третье место – Александр Яковлев. Победители и призеры турнира были награждены грамотами и кубками. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных!